сегодня у нас кулинарное реалити-шоу Vexili Company на ФБ. Сегодня мы будем готовить нутеллу, только по своему рецепту, без добавления там молока, муки там, которая в магазине. У нас будет нутелла такая немножко сырая, без варки. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится 15 фиников, предварительно замоченных на ночь, полстакана орехов фундука, предварительно замоченного на ночь, 2 столовых ложки какао и 1 банан. Все это нам нужно перемолоть в блендере. В пасту. Начиная с орехов. Начнем с орехов. Так, орешки немножко смололи. У нас блендер, он не приспособлен к сухим таким вот перемалываниям. Поэтому мы, скорее всего, добавим немножко водички. У кого хороший блендер, то перемолит отлично все. Да. Вы не добавляете воды. Да, в рецепте водички нет. Рецепт должен быть без воды. Но у нас будет с водичкой, она получится такая более пластичная паста. Ну, добавляю тогда сразу чуть-чуть воды. И полгода смололась у нас вот в такую вот однородную массу. Ой! Она живая! Она кричит. Короче, пахнет финиками, бананом и фундуком. А на вкус? Банана, фундук и финики. И какао. Ну, соус. Классный соус там к тортикам. Да. Так как у нас из-за воды такая... Крем получился, да, не густая паста, но вкусно, мы попробуем. Короче, ням-ням. Вообще все, что продается в магазине, и то, что вы будете делать дома, оно по вкусу не будет вам похоже. Я бы даже сказал, оно вкуснее. Ну, нам вкусно, да. У всех разные вкусы. Вообще, да. Просто есть такой рецепт, и он нам понравился. Попробуйте обязательно. Намазать куда-нибудь на печеньки, на хлебцы. Очень вкусно. Да. Блинчики тоже блинчики, хороший вариант. Вообще шикарно был бы. Короче, оладушки помакать и всякое такое. Обязательно сделайте, попробуйтесь и напишите, понравилось вам или нет. Или всем нет. Пока. Пока-пока.